Всем приветики. Как выглядит внутри вот этого штука? Ну, не внутри, а вообще из чего она состоит? Вот этот вот разъемчик. У меня просто один был бракованный, я его разобрал. Вот. И в общем, что он из себя представляет? Вот такая вот штука, внутри которой стоит вот это и вот это. То есть получается, что с этой стороны у нас идет просто вот такая вот штука. То есть туда просто... Это просто кусок пластмассы. С этой стороны, в которой вставлена вот эта вот штука. И в нее получается, у нее здесь два контактика есть. Вот они, два контактика, которые переходят вот в такие железячки, квадратики. А сверху к этим железячкам прижимаются такие штуки, которые гвоздиками регулируются. Типа крутишь, он выше, ниже. Вот. И зажимает провода. Отсюда уходят два эти контактика. Выходят, заходят. Блин, что-то оно улетает так. Он туда заходит, он два отверстия, одно и второе, он туда, оно заходит. И там внутри идут проводки. Вот идет проводок, такой кусочек, и идет сюда. Здесь он видно, внутри один проводок идет. То есть внутри идут два таких, от этих двух контактов, внутри идут просто провода. Один подходит сюда. И на эту штуку надевается вот эта вот штука. И к ней получается, вон он, видно, такой блестит. И он дотрагивается до вот этой штуки. Ну, я сейчас ее не надену, потому что она помята. Но, в общем, она до туда доходит, и он, этот проводок с ней соприкасается, как бы. А сверху одета вот эта штука. Внутри нее, получается, стоит вот это. Вот контачит там вон. А сама, от нее, от самой идет тоже провод, и он как раз-таки вот идет внутри, как раз-таки по всей длине. Вот он так стоит где-то там. И как раз вот он достает. Так вот по всей длине идет. Вот он так стоит где-то. И как раз, когда это там стоит, вот оно как раз-таки соприкасается. То есть вот так оно выглядит внутри. И просто... То есть пластмасска. Здесь контактики соединяются проводами. Все просто. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока.